Счастлив не тот, кто имеет все лучшее, а тот, кто извлекает все лучшее из того, что имеет. А все, что случается, случается вовремя. В мужчине важна мудрость, а не богатство. В женщине важна верность, а не красота. В друге важна доброта, а не пустые слова. В любимом важно понимание, а не требования. В теле важно здоровье, а не стройность. В словах важна глубина смысла, а не то, как и кто их произносит. Проблемы должны заставлять тебя молиться, а не погружаться в депрессию. Неважно, кто ты перед людьми, важно, кто ты перед Богом. На небеса попадают не хорошие люди, а прощенные грешники. Находясь в этом мире, мы не дома, а на пути домой. Любовь доказывают не цветами и подарками, а теплом, нежностью и уважением. Доброе утро, мой драгоценный друг.